Всем привет! Мы на территории парка мечты. Это крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений. Включает в себя торгово-развлекательный комплекс и ландшафтный парк с набережной. Я не собралась ходить, сняла ни одно видео с ним на нашем канале. Прямо очень мне понравилось это оформление дома. Посмотри, какая красота. Вот это прям мультяшный домик. Очень красиво все оформлено. Парк открыт 29 февраля 2020 года. Оформлен, конечно, со вкусом и с большим размахом. Инвестиции составили 1,5 миллиарда долларов. Конечно, такая внушительная сумма. Не представляю, как здесь красиво в темное время суток. Обязательно приеду, сниму видео. Городской променад острова Мечты представляет собой крытый торговый центр, разделенный на 4 тематических торговых галереи: улица Лондона, улица Барселоны, улица Рима и улица Беверли-Хиллз, и 3 крытых атриума. Поэтому его можно посетить в любое время года, находиться здесь в любом удовольствии. Главный фасад острова Мечты стилизован под сказочный замок с башнями и витражами. Очень красиво. Сняла видео, смотрите на нашем канале. Высота центральной башни 75 метров. Вот и красивый фонтан. Спадает вода. Красиво. Разрешают ходить по газону, поэтому как дети. Обязательно приеду сюда с Ариашей. Погуляемся. Катаемся. Это центральный вход. Конечно, при входе все проверяют.
возможно.